То есть вот здесь нарисована такая схемка, но можно иллюстрировать любой процесс. Что значит выработать новые информационные модули? Вот первобытный человек, он должен был себе готовить пищу. И у него был какой алгоритм? Он находил палки, добывал трением огонь, разжигал костер, насаживал на палку дичь или кусок мяса и на костре его поджигал и потом ел. Потом он подумал, а что я буду на костре-то жечь? И параллельно с разжиганием костра он сделал себе кастрюлю там, или глиняный горшок, в глиняный горшок клал пищу, горшок вешал на костер, что приводило, в общем-то, к тому же результату, но объем его действий увеличивался. Ну и вот здесь это показано, а сейчас уже включается электроплита, электрочайник и так далее, а результат тот же самый.